Роспотребнадзор планирует с 1 января начать изымать турецкие и украинские продукты. Сегодня об этом сообщила руководитель ведомства Анна Попова. Она также допустила возможность уничтожения незаконной продукции. Однако методы утилизации не уточнила. Вопрос пока обсуждается. При этом меры не будут распространяться на товары, ввезенные до Нового года. С 1 января вступают в силу санкции против турецкой стороны. Ограничительные меры распространяются на импорт и туризм. В частности, будет запрещено ввозить клубнику, апельсины, мандарины, яблоки и другие фрукты, а также овощи и мясо птицы.